Всем привет! Новая модель от компании Uhance. Пока еще не в серийном производстве, но вот-вот уже готовится к выпуску. Смартфон Uhance U300. Интересная модель с уникальным дизайном, на чем компания делает акцент. Итак, что внутри? Здесь вот сам смартфон. Так, и в этой коробочке все остальное, что к нему идет. Вот эта коробочка почему-то пустая, не знаю почему. Может, потому что у меня инженерный образец, и в продаже там что-то будет, например, наушники, а может и ничего не будет. Так, вот эта коробочка. Здесь у нас что? Скрепочка. Такая вот хромированная скрепочка. Дальше зарядное устройство на 5 вольт 2 ампера, уже евро вилка. Так, что еще? И кабель, micro USB кабель. Хорошо, это пока отложим. И сам смартфон. Смартфон Uhance. Вот так он выглядит. Ой, вверх ногами. Вот так он выглядит. Такой довольно-таки массивный, тяжелый. Как крупный джип, можно сказать. Сзади, видите, такая кожаная задняя панель. Вроде бы даже из настоящей кожи, не кожзам. Камера. Двойная вспышка, я вижу. Датчик отпечатков пальцев и эмблема Uhance за такой вот панелечкой. Полностью металлический каркас по ободу идет. Так, с левой стороны у нас что? У нас сим-карты, да? Берем скрепочку. Вставляем в отверстие, хлоп. И, что интересно, здесь вкладыш по 2 микро, не нано, а именно 2 микро сим. То есть довольно крупная такая вставочка, я таких раньше не видел. Обычно они более мелкие. Так, на правой грани у нас громкость плюс-минус и включение. Кнопочки такие приятно нажимаются, на ощупь приятные, то есть их хочется щелкать. На верхней грани у нас резиновая такая вставка. Здесь вот можно ногтем поддеть и уже ногти иметь для этого, конечно же. Здесь разъем для наушников 3,5 мм. На нижней грани у нас отверстие микрофона, я вижу вот одно. И тоже резиновая заглушка, за которой micro USB. Разъем для зарядки. Так, ну спереди у нас динамик разговорный. Что еще? Камера. Ну, всякие датчики. Массивный, толстенький такой телефончик. С виду необычный, симпатичный и сильно с уникальным дизайном. Хорошо, будем включать. Я уже включал. При первом включении там Android 6. Задает вопросы стандартные. Кстати, передняя камера тоже имеет свою подсветку. Сзади есть датчик отпечатка пальца. Можно занести до 5 отпечатков пальцев. Вот такая уже оболочка предустановлена. Приложений, кстати, очень мало. Это 6-й голый Android. И фактически нет никаких китайских, либо каких-то рекламных приложений. Стандартная Play Market, галерея, камера, телефон Google Chrome уже есть, календарь, диктофон, диск, фактически все, что диспетчер файлов,
отпечатки, FM-радио, Gmail и все. Это хорошо, ничего лишнего нет. Такая какая-то своя, свой лончер, оболочка стоит, которая имеет два экранчика пока. Приложений мало. Вот так настраивается. Даже есть какие-то темы. Так, а темы уже темы. Да, вот. Белые воротнички. Так. Темы какие-то интересные, такие в основном то ли рассчитаны на состоятельных мужчин, что ли. Тут дорогие часы, машины. Вот такая тематика. Экран очень, кстати, классный. Достаточно яркий IPS-экран. Судя по всему, OGS, потому что изображение фактически лежит на поверхности. Это при том, при этом, что, по-моему, здесь наклеено защитное стекло. Скорее всего. И все равно изображение никак бы не бликует, не теряется, не тушуется. Верхняя шторка обычная для шестого андроида, самая обычная. Настройки, смотрим, что здесь. Тоже стандартные настройки Android и стандартная цветовая тема. Что у нас тут есть? Экран. MiraVision, да. Компания Uhance практически во все свои продукты вставляет этот MiraVision. Улучшение цвета, динамическая контрастность и так далее. Так, что еще здесь есть? Уважение, хранилище, USB-накопители. Всего вот в этой модели 32 гигабайта внутренней памяти. Вот из них свободно 25,43 доступно нам с вами. И оперативной памяти в этой модели 4 гигабайта. Доступно 3,8, свободно 2,5. Остальное занято системой и приложением. Так, что еще? Ну, отпечатки пальцев здесь можно оставлять. При помощи отпечатка можно вот эти все настроечки. Ответ на звонок. Я настроил, например, удобно. Нажал, подержал. И скриншот экрана. А, что касается о телефоне. Вот здесь вот как бы обновление. Уже одно обновление было. Я уже одно поставил. Все, пока обновлений больше нет. Модель U300, версия Android 6. Ну, вот, сборки и все такое прочее. В настройках звука есть такое улучшение звука. Какие-то вот есть вещи. Я пока не пробовал, надо тестировать, насколько он улучшает. Либо же не влияет на звук. Но в целом звук у этого телефончика такой мощненький, басовитый, громкости вполне хватает. Не хрипит особо. Динамик вот здесь. В общем, звук хороший. Звуком я вполне доволен. А вот вспышка задняя, хоть и двойная, но мне кажется, какая-то она слабенькая совсем. Так себе что-то совсем. Почему, непонятно. Я помню, и в прошлой модели я тестировал. Она была слабенькая, и в этой тоже. Камеры надо будет еще тестировать. Более серьезно. Ну, я вижу, приложение здесь обычное, стандартное. Как бы без наворотов особых.
будем тестировать это все. Ну, первое впечатление хорошее. Здесь должна быть очень мощная батарея. Держит долго. Я планирую вообще-то переехать все свои 84 приложения с Xiaomi смартфона, переехать на этот смартфон и потестировать, как он себя поведет. Моего Xiaomi хватает на один день, там максимум на одну ночь, потом он разряжается. Попробовать, что будет с этим, и будет интересно попробовать протестировать.